24 февраля началась спецоперация на Украине. Я горжусь тем, что я русская. Горжусь тем, что я родилась в самой большой стране мира. Я люблю, почитаю и горжусь русской культурой, русским языком, русскими традициями и русской историей. Мой дед был ветераном Великой Отечественной войны. Я всегда с гордостью буду об этом говорить. Всегда буду с гордостью нести флаг Российской Федерации.